Какой-то Дед Мороз в Нанайско-Ненецком этом самом автономном округе оделся или что? Зай, он похож так как-то, ну, почему-то мне кажется, что он с Сибири где-то. А этот, смотри, почему он так удивляется, что мы в магазине или что? И так наклонился, он как-то, как ты его наклонил? Ну, вот, честно сказать, лицо мне больше всего нравится вот это. Но у него очки нету, очков нету. Очки. Ну, очки где-то потерял. Лицо вот это. Копей на телефон. Телефон падал. Похож на коня из вчерашнего мультика. Мультик забыл. Зайка зрачок у него отвалился. Ну, слушай, надо что-то прикрыть. Одним глазом. Ой, здесь, короче, тоже все в наушниках, в клавиатурах и во всяких других. Пошли искать. Чего, жирафа нету? А куда он делся? Ну, перешел куда? Окей, окей. Тогда я его видела. Но это более взрослый магазин. Ой, здесь много. О, здесь все в порядке с игрушечками. Здесь какая-то эта тема. А это что за страх? Да, ему просто, наверное, не в теме. Что это такое? Хочешь напугать ребенка, сделай это, да? Ну, честно. Смотри, переноску он собачий. Это все, которым, наверное, можно соски давать, можно не давать. Та-ра-да-ра-та, та-ра-да-ра-та. Куча пазлов. Но я хотел только сказать, что я ее заразил. Хорошая песня заразительная. Смотри, вон, в каких чемоданах надо покупать какие игрушки. А вот бильярд, что ли, да? Ну, у нас как бы есть бильярд, но это какой-то квадратный. Он так выглядит красиво в коробке, что хочется его купить, да? Мне вот это интересно. Давайте посмотрим, что это такое. Мини-гольф какой-то, смотри. Что там, пазл написано или что? А, не пазл, это что-то имеется. Доска тяжелая какая-то, да? Да. Какая-то карта повисит на стену или что? Где-то коробка. Нет, это игра. Это игра. Вот видишь. А, она раскладывается вот в такую вот в карту мира и играть во что-то. Что? Монополия какая серьезная. Монополия. Для настоящих монополистов. Да, тут прикольно с настольными играми. Крестики, нолики, смотри какие. Класс, вытащи, посмотрим. Блин, они шикарные. Зай, я не смогу одну руку их вытащить. Они стальные, что ли? Да. Зай, ну напрягись. Зай, напрягись, напрягись ты, я тебя поснимаю. Блин, Зай. Офигенная, офигенная игра. Зай, мне кажется, у них... Давай брать, сколько стоит. Зай, только как у них играть? Она а переставлять. Она открыться должна нам. Или мне уже сыграли? Не один раз сыграли. Подожди. Как она? Вот она сдвигается вот в эту сторону. Сдвигается, вот так открывается. Ну, вот. А посмотри, вон цена там есть. Вот поставь и посмотри, вон цена подшли. 39. 39. Мне жарко стало. Чуть не завалил весь стол. Зайка, не участвуй в этой вакханалии. Смотри, еще крестики нолики нашел. Они еще тяжелее. Еще тяжелее? Ой, они... Сейчас я попробую. Оп. Так, подожди, крестиков 2, 4, 5, а ноликов 4. Класс. Одного нолика не хватает. Вон, смотри, какие стоят. Вот. Ну, та остальная вообще мне понравилась очень. Деревянная сережка. Там мне больше понравилась остальная. Вон коричневая есть. Женщина классно еще не развалила все это. А вот это что? Где это? Вот зеленая. Не в курсе. Какой-то гольф. Мини-гольф, наверное. А что в чемодане? Обычно в таком чемодане носят те, кто ходит ночью на работу, что ли. К примеру, это... Как его? Зай, ну...
На Шурика похож. Я понял. Короче, стрелок, ворошиловский стрелок. Ну тяни, тяни, не бойся. Непонятно. Чемодан хороший, смотреть не будем. А что вот в этих коробках деревянных? Нет, я имею в виду другие. Вау, это шахматы. Шахматы, шашки. Такой хороший набор. А в маленьком, вот я имел в виду. Зай, вот маленькие коробочки. Вот, а чего я тяжелые вещи всякие подымаю, а ты не подымаешь? Домино. Домино — это класс. А мы играли с папой в домино, я у него выигрывала. Мы тоже. Наверное, папа просто не хотел. Ну, ладно, пошли. Пинбол, футбол, пинбол какой-то. А, я притомилась тягать. А вот здесь что? Ладно, не будем смотреть, это все руки. Не, ну настольные игры прикольные, особенно крестики-нолики, это вообще. А вот смотри, детская караоке. Смотри, сколько стоит. Пим. Зай, давай глупость детям вон тут купим. И все, и больше ничего не будем. 7,99. Зай, у нас есть хороший глобус. Вот, а, Зай, тут, тут глобус уже устаревшая модель. Сейчас более... Зай, ну так а что там на глобусе? Ну смотри, какой он классный. А наш выставил. Нашу полную комнату поставим, да? Конечно, в нашей комнате еще тут обломки. Я не могу сейчас разобрать. Давай, разберусь. Что с ним будет? Брукстон, два в одном. Day night. Смотри, как красиво. Ну класс, класс. И здесь, видишь, созвездие еще сверху будет видно. А как оно будет видно? Мне кажется, в нем горит какая-то лампочка, он какая-то светит. Ну, это клево. Надо читать. Вот ночной режим. Вот что-то про лампы и звезды. Constellations in the dark. Короче, в темноте, наверное, будут звезды. Звездное небо будет. Класс. Букник. Да. Да. И больше ничего покупать не будем. Это будет $40, котик. Ну, зайдем 26 числа. Ну, кот. Они все равно будут. Он тебя полнит. Ну, кот, больше ничего вообще. Зай, да ну есть у нас глобус, давай, наверное. Я тебе говорю, там модель успеешь. А может, лучше ловсит вот с этими двумя деревьями? Будем сидеть с тобой под двумя деревьями? Давай посмотрим. Пошел сидеть. Во-первых, Зай, мягко, во-вторых, под деревьями. Сереж, милый, нам если мы уберем свой диван и поставим этот и по бокам деревья, будет очень хорошо. Садись, посмотри, мы смотримся. Тебя не видно, ты не в кадре. Посмотри. Хорошо. И вот этот вот канал. И глобус. Магазин закончился. Честно, началась какая-то декорация. Вон пошли еще глобусы смотреть. Ой, вот, ну, мне тут больше. Смотри, какие красивые. Конечно. Блестящие. Смотри, большие какие. Зай, милый, не тот, он более интересный. Я понял. Вон, смотри, рука держит шарик. Шарик держит. Вот этот красивый, блестящий, да? Тут более интересен для детей. Да я понял. Зай, не будут они этим глобусом заниматься. Вот это вот фигня вот купим. Когда развяжут, тогда купим глобус. Ну, смотри, какие осьминоги краски. Класс. Из каната этого, как это веревка называется, Зай? Не знаю, как веревка называется. Плетеная веревка. Может, бутлю купить? Поставим наливочку какую-нибудь. Давай пройдем вот так и на выход. Короче, ничего интересного нет. Ну, не то, что нету интересного, нет того, чего
Нам не надо. Короче, давай посмотрим, сюда, поскольку бантики. Зажимаются. Давай посмотрим, сколько бантики стоят за эко, по сравнению с центами. Ну так, здесь 28, но они очень большие. И стоят. Вон цена сверху за. 3,99. А мы купили 40 за. Мы купили за 36. Доллар, но они меньше. Ну, подрастут немножко. Ну. Смотри, красивые собачьи миски какие. Коробки красивые, упаковочные. Пойдем кухонную утварь всякую посмотрим. Блин, сколько же припасено всего, а? Да, не смотрели, которые... Какая штука сломалась и какую мы... А, печка? Да, не попала на глаза. Ну ничего. Купим. Короче, не один я проверяю сначала в интернете. Да, бабушка уже, бабушка. И перед тем, как купить ножи, смотрит их. В Google Chrome прочитывает про них все там, что написано, сравнивает. Короче, блин, вообще так прикольно. А вот что-то еще интересное. Это пазл картинку. Слова играть, что ли, или что? Найди туда, слово. Наверх. Так, поверни. Слова собираются, буквы меняются или что? Конечно, у тебя вот... А как ты... менять? Я точно не в курсе, но я вообще думала, что игра, это... Да? Я видела какие-то такого плана игру, где ты наложишь буквы? Буквочки. Вот. А как ты их наложишь, если ты можешь так положить, что и слово-то не да, получится? Ты сам составляешь слово в ячейке. А здесь находить надо из набора букв. Так ты каждый раз что, одну и ту же находить? Так я же говорю, они меняются. Пошли мы посмотрим новогоднюю декорацию, интересные. Елки всякие, палки и прочие фигни. Смотри, сколько Дедов Морозов. Сколько Дедов Морозов. Красиво. Вон сколько всего. Ой, Зай, смотри, как красиво. Вон красиво. А это ангел какой-то новогодний. Сколько тигр это на год? На год тигра надо было покупать. Собачка. Собачка, бульдожка. У нас никакой пингвин знает. 6,99. А вот смотри, Дед Мороз в пижаме, что ли? А, это кот переоделся в Деда Мороза, смотри. Это вообще какая-то ферма какая-то. Коты. Я вот этого хотел посмотреть. Смотри, какая красота, Зай. Что там? Покажи. Открыточки. Набор открыточек. Посмотри, какой Дед Мороз. Ну, ему надо купить Машу с возрастной косметикой. Как там с лицом не получится, да? Он по-своему красивый. Соленья. Ну что, пойдем, наверное. Пошли. Новогодние березы. Мне вот эта машинка нравится. А где она тебе не нравится? Вот это, смотри. Угу. Елка не нравится, машинка нравится. Елка, осторожно. Машина хорошенькая, да? Приедет где новогодний. А вон щелкнул какой, смотри. Где? А это Дед Мороз на советского похож.
Ёлка со звездой у него. Класс. Наш вояж закончился. Еще в одном магазине мы побывали. Ничего интересного не купили. Вот. Ну, марафон уже потихоньку подходит к концу, да, новогодний. Уже неделя осталась фактически до Рождества. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить распаковки и просмотры. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Все, пока. Bye-bye. Пока.